Впереди 8 марта. Это самый любимый праздник, который с теплотой в душе встречает обе половины человечества. И прекрасное, и мужественное. Но если первая ожидает от него всеобщего внимания, любви и обожания, то вторая в смятении. Что же подарить? Передайте свои слова поздравления и признания любви к своей маме, девушке, жене, ну и, конечно, теще. В эфире радио Ярсаля 8 марта. Свои пожелания вы можете отправлять в Вайбер на номер 8-958-270-57-92. И их услышит весь район. Давайте сделаем этот день прекрасней. Радио Ярсаля.